В Омске заминировали машину, припаркованную возле детского сада в центре спального микрорайона на Левобережье. В полицию о случившемся сообщил хозяин автомобиля, офицер танковых войск, а друзья мужчины рассказали о ЧП в соцсетях. Машина моя стоит здесь на траве. Что сделали? Вот, а вот там граната. На кадрах отчетливо видно, что граната находится за передним колесом автомобиля. К чеке примотана проволока, закрепленная на колесном диске. Машина была припаркована у дома номер 28 по улице Рокоссовского. На место происшествия выехали представители полиции, ФСБ, Следственного комитета, саперы, пожарные и скорая помощь. Территорию оцепили. Силовики работали несколько часов. После того, как машину разминировали, выяснилось, что граната оказалась учебной. Поставил машину. С вечера. С ночи. Сегодня обнаружил, что вроде как на колесе какая-то намотка. Увидел, что на пружине граната привязана, то есть на чеку идет растяжка. Ну, я не общался с ним еще, но следствие, ну, 3 часа в машине сидит, еще не выпускали.